Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Антон Рафаэль Менгс, Мария Луиза Пармская, принцесса Астурийская, холст масла, написано около 1765 года, 152 на 110. Немецкий художник и теоретик искусства Менгс был одним из самых известных живописцев эпохи классицизма. Блестящий портретист умело сочетал барочную парадность и точную передачу индивидуальных черт модели. Художник был другом последователем Иоганна Винкельмана, который оказал большое влияние на формирование взгляда Менгса в области теории живописи. Он являлся членом художественных академий Болоньи, Рима, Флоренции, Генуи, Венеции, Аугсбурга и Мадрида, придворным художником короля Саксонии и Польши. На парадном портрете изображена дочь Филиппа де Бурбона, герцога Пармского, и Луизы Изабель Французской. Будущая испанская королева Мария Луиза Пармская, принцесса Астурийская. Портрет написан по случаю ее бракосочетания, как парный к портрету Карлоса де Бурбона, принца Астурийского, ее мужа. На роскошном платье принцессы знак королевского ордена Звездного Креста. Изысканная элегантность обстановки передает придворную атмосферу. Ну вот, такое описание я нашел в интернете о портрете Антона Рафаэля Менгса Марии Луизы Пармская, принцесса Астурийская, написанный портрет около 1765 года, холст масла. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.